Трое украинских военных погибли. Шестеро получили ранения, за минувшие сутки на Донбассе. Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Александр Матузяник. Боевики 96 раз обстреляли позиции украинской армии в зоне АТО. Из тяжелой артиллерии стреляют по всей линии фронта. Всего выпустили более полутысячи минометных и 300 арт-снарядов. Такие активные обстрелы со стороны боевиков были в августе 2015-го. На Луганщине наемники активно стреляют по Попасной в районе Бахмутской трассы и станицы Луганской. На Мариупольском направлении 32 обстрела, на Донецком боевики 45 раз открывали огонь, большинство из них из тяжелого вооружения там На Донецком направлении сутки начались мощными артиллерийскими обстрелами. Их оккупанты организовали на Светлодарской дуге, а также на участке фронта Новоселовка, Вторая Авдеевка. На рассвете боевики из минометов и артиллерии стреляли в районе Донецкого аэропорта. Мощнейшие обстрелы Авдеевки начались в 10 утра и длились до вечера. Били из минометов 82 и 120 калибров. Также враг там применял